Всем привет! Это Анима Таня. Так замечательно! Пришло лето! Я вас поздравляю! Каникулы! Это замечательно! И я объявляю на все лето конкурс! Очень хочется много успеть за лето и загореть, и отдохнуть, и накупаться. Кажется, лето такое короткое, и хочется его максимально использовать со всей пользой, потому что лето – это маленькая жизнь. Поэтому я предлагаю вам такой конкурс. Это будет конкурс исследовательский. Те, кто хочет, чтобы лето прошло не зря, чтобы можно было что-то изучить, что-то придумать за это лето, я предлагаю поучаствовать в моем конкурсе. Вдохновила меня мои книжечки. Это Диана Астон, у нее вышли три книжечки, и у меня я их все показывала, рассказывала про них, про жука, про бабочку, про птицу. Посмотрите обязательно это обзор. И когда мы посмотрели книгу про бабочек, я решила, а почему бы нам за лето не реализовать этот опыт, чтобы вырастить кого-то, проследить все стадии развития какого-то насекомого, может быть, животного, чтобы узнать самим вместе с ребенком, как идет развитие. Потому что одно дело изучать все по книгам, и другое увидеть самому, это огромнейшее впечатление. И для тех, кто любит делать всякие опыты, эксперименты, для вас этот конкурс. Я за лето предлагаю вам вырастить какое-нибудь насекомое или животное. Мы будем использовать дневник натуралиста «Ближе к природе» от издательства «Миф». Мы чуть-чуть тут уже что-то писали, и будем тоже продолжать это делать. Заполнять его, наблюдать. И хотим все-таки зарисовать стадии развития кого-то. У нас была идея с лягушками, либо с цыплятами, не знаю уж, кого мы вырастим. Бабочку тоже можно вырастить, можно купить куколки, можно выращивать муравьев, там достаточно много всяких разных. Но суть конкурса как раз зарисовать все стадии, и чтобы это был такой проект. Вы можете либо снять видео и где-то выложить в YouTube и прислать мне ссылку, либо сделать серию фотографий, например, в Инстаграме и ВКонтакте. Точно так же, как я делала предыдущие свои конкурсы. Я открою альбом ВКонтакте, вы можете там выкладывать, стадии развития. Можете по одной, можете все в стадии вместе, как у вас получится, потому что обычно на выращивание кого-то либо где-то около месяца нужно. То есть, чтобы все это было запечатлено, это будет очень интересно. И те участники, которые будут со мной участвовать, мы устроим голосование. Голосуйте под этими проектами. И уже по итогам этого голосования я буду выбирать победителя. И вы получите книжечки как раз из этой серии. Будете обладателями счастливыми этих замечательных книг. Они действительно хорошие. И итоги конкурса я буду подводить в августе. То есть у вас целое лето для того, чтобы придумать, что вырастить, где, как и когда, и поучаствовать в моем летнем длинном конкурсе. Удачи вам, участвуйте, это очень интересно, наблюдать за природой, как она развивается, и летом это делать лучше всего. Всем пока, это Таня Матаня, оставайтесь со мной на моем канале, и будем вместе творить, изучать, делать опыты и учить наших детей быть любознательными. Всем пока! Всем привет! На канале Таня Матаня. Вы с нашей дружной семьей научитесь хулиганить, экспериментировать, наводить беспорядок. А все это мы называем творчество. Творите с нами, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.